В Калмыкии продолжается реализация национального проекта «Демография». Как сообщает в Министерстве социального развития, труда и занятости, участники проекта могут бесплатно пройти обучение или получить дополнительное образование с целью сохранения текущей работы или дальнейшего трудоустройства. В этом году правительство страны расширило список категорий граждан, которые смогут пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Так, в их число вошли граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста. Кроме того, пройти обучение могут безработные лица в возрасте до 35 лет включительно. Чтобы стать участником программы, необходимо подать заявление через личный кабинет единой цифровой платформы «Работа в России». Обучение проводится как в очной, так и в дистанционной форме.